Сергей Гармаш, Мэттью МакКонахи, Афанасий Фет, Жак Ширак. Автор идеи просто называть имена и фамилии — Денис Дорохов. Камызяк. Колыбель цивилизации. Она спит здесь так давно и так крепко, что разбудить ее не удавалось еще никому. Шли годы, и Камызяк из никому неизвестного городка на юге СССР в 1991 году превратился в никому неизвестный городок на юге Российской Федерации. Население Камызяка 15 тысяч. Это приблизительно где-то $200. Камызяк – очень толерантный город. Только у нас Курбан-Байрам попадает на вербное воскресенье. Камызяк говорит наркотикам «нет», а 80-му бензину «no». Камызяк – настолько доброжелательный город, что вывеска «добро пожаловать» висит на выезде из города. Вот такой он, Камызяк. Какой новый сезон? Золотозвоны тоже мне нашлись. О чем вы поете? Здравствуйте. Что случилось, не пойму? Что случилось? Вы видели вообще, с кем мы играем? Там одни молодые команды. Они разнесут нас пух и прах. Будь здоров. Вот с ним ты хочешь КВН играть, да? Ну ничего, скинемся, сделаем ему МРТ. Может, там ничего серьезного. Я вам еще раз говорю, там одна команда есть, «Молодость» называется. Мы что, Пугачёва, чтобы с «Молодостью» играть? Там еще «Амичи». Будь здоров. Вот сами с такими шутками играйте, понятно? Так, что я за мат? Знаешь что, 5 лет назад нам тоже было страшно идти за тобой. Но мы пошли. А теперь ты сам боишься, трус. Пошли, пацаны. Дорог, за тобой еще страшнее идти. А я не пойму, вы втроем что стоите, молчите? Вас вообще ничего не интересует и не волнует? Что нам волноваться? Мы сценарий читали. Он там в конце соглашается, и мы идем в сезон! Александр Васильевич, вызывайте полицию и КВН. Тут произошло убийство интриги. Тупым неизвестным актером. Ну что ж, КВН, мы соскучились, let's go, Камызяк! Ну что ж, начнем. Друзья, так видят телеканал РБК самые обычные россияне. Здравствуйте, в эфире РБК, Росбизнес и еще что-то какое-то там слово. Сегодня в студии ведущий я, типа самый умный. И сегодня у нас в гостях эксперт с фамилией, похож на какое-то заболевание. Что-то там, Берг. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и сразу хочется сказать, что бла-бла-бла-бла, евро, бла-бла-бла-бла, доллар, бла-бла-бла-бла-бла, нефть, и все это влияет на цены на хлеб в магазине. Ну, подождите, мне кажется, вы немного преувеличиваете. Давайте посмотрим на график, где желтый круг поделен на 3 треугольника, один из них красный, 27%. Ну давайте не будем забывать про другой график. Вот этот, где 3 синих столбика, один чуть пониже. Они взаимосвязаны или нет? Ну, буквально вчера на какой-то китайской что-то там бирже какая-то фигня очень сильно обвалилась. Она повлияла еще на какую-то фигню, и это очень сильно, между прочим, может сократить общую попу в стране. Ой, ну вы сейчас просто очень красиво говорите. На самом деле мы совсем недавно посмотрели репортаж, где какой-то чернокожий тыкал пальцем в цифры. Это я просто очень красиво говорю. Между прочим, я возглавляю что-то там какой-то фонд и занимаюсь очень важной хренью. Слушайте, а я закончил в Лондоне что-то типа МГУ. И самое главное, что хочу сказать, что в Хабаровске +3, вот. В Санкт-Петербурге +7, вот. А Спартак опять проиграл Амкару. Вот. Ну что ж, спасибо за подробный анализ. Это был Росбизнес и еще что-то какое-то там слово. Я...
На нашем телевидении в репортажах про пожары почему-то первыми берут интервью именно у таких людей. Снимаешь? Поехали. Здравствуйте, скажите, что здесь произошло? Я не знаю. Просто сидели, праздновали день рождения. Потом какие-то люди нас через форточку вытащили. Я так понимаю, вы из этой квартиры? Нет, я сама с поселка Тахта Ставропольского края. У меня там дом, клубники 30 кустов, сорт гигантелла, яблоня китайка, правда, не плодоносит 3 года, экология, что понимаете? Собственно, сами. Зря спросил, а что вы делаете в Москве? Просто после кризиса 98 года я временно безработная. А здесь кое-какие вариантики наклевываются, да. Скажите, а что с ним? Ему нужна помощь? Да нет, он просто устал, он подарок нес. О, а что подарили? Газовый баллон, да. Бежим, бежим! Какой мужчина, гля! Камызякцы больше всех верят в успех, потому что совсем недавно наш мэр, никому ничего не сказав, поехал в Москву к президенту. Итак, долгожданное возвращение. Едет! Едет! Нет, это пакет летает. А вон он едет! Аурики, аурики, аурики! Опа! Аурики, ха-ха, аурики! Хватит, что ли, хватит? Мне сейчас вообще не до любимых песен. Вы где посидели так? В приемной у Путина, когда увидел эту табличку президент Российской Федерации. И что он как воспринял? Нормально принял. Он меня с Собяниным перепутал. А вы вообще зачем к Путину ездили? С антикризисной идеей. Предложил президенту перевести время на 4 месяца назад и там в сентябре купить доллары по 36 рублей. Так это ж бред. Ой, вы трезвые, все умные здесь. Хорошо, еще он. Он понял, что я не Собянин. И тут я второй раз посидел, прям поверх первого, так, со звуком. А он, знаете, он человек настоящий. Слава подошел Богу. Так по-отечески, прижал ногой к ковру. И говорит, вы что там творите у себя в Камызяке? А я смелости набрался и сознание потерял. А потом очнулся, едем с ним в машине по Москве. Он мне говорит, вот, смотри в окошко, запоминай. Приедешь к себе, сделаешь Камызяк похожим на Москву, как ты похож на Сергея Семеновича. И встал и ушел к себе в кабинет. В какой кабинет? Там, в конце машины. А я в этой машине поймал такси и поехал в аэропорт, который в начале машины. Знаете, машина такая интересная, внутри пробок где-то, а снаружи пробки. И тут я проснулся. Так это что, сон был, что ли? Вот не знаю! Не знаю! Так что давайте сидеть и думать, как Камызяк сделать похожим на Москву. А что там в Москве? По всем фронтам мы проигрываем этой Москве, я тебе говорю. Красивый город, здания такие, знаешь, все блестит, сверкает, мосты через речку. Правда, вот одного бомжа видел. О, пошли совпадения, бомж есть у нас. Все. Метро там есть. А это что такое? Знаешь, это когда люди под землей. Ой, у нас тоже люди под землей, вон на окраине города. До конца, да слушай, люди под землей передвигаются. А, у нас такого нет, у нас статика. А вот вы говорите, на Сергея Собянина похоже. А вообще, он давно мэр Москвы? Ну вот, в сентябре выборы были. Так вот, ребята... А что такое выборы? А. Как вам объяснить выборы? Выборы, короче, это такие, знаешь, пирожки с рисом. Так вот, ребята... Что-то я не понял. Сначала были пирожки с рисом, потом Собянин мэром стал, да? Почему тогда у нас не было пирожков, сразу вы? Ты прекратишь ты или нет, в конце концов? Ты не видишь, я не хочу отвечать на твой вопрос. Все, забудьте никаких выборов, все. В общем, завтра, значит, приходите на работу, все вместе. А пойдем. Я не верю, что получится Камызяк сделать похожим на Москву. Потому что вы пессимисты, пессимисты. А я верю, что если каждый из нас возьмет в руки гвоздодер, кисточку, керамзит, сейчас непонятно, да, в каком состоянии Камызяк, клей, и все мы выйдем на улицы города, хоть что-нибудь сделаем для нашего города, наш город станет красивым, понимаете? Нет, давайте завтра не поленимся, с утра пораньше встанем, часиков 11, и хорошенечко поработаем. Давайте, молодец, Азамат Тахирович, давайте. Правда, завтра дождик обещали. Ну,
Видит Бог, мы хотели. Друзья, вы знаете, мы больше всех верим в успех. Вот сами посудите. У нас Денис Дорохов по образованию юрист в сфере гражданского права. Славка у нас машина аппараты химических производств закончил. Ренат Мухамбаев закончил разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. Сашка у нас вот, инженер-механик судовых энергетических установок. Юрист в сфере уголовного права. Я закончил комплексное использование охранно-водных ресурсов планеты Земля. И все мы играем в КВН на Первом канале. И все это благодаря инженеру Московского института инженеров транспорта. Yeah.